Ты что, дедушка? Кому ты кланяешься? Тебе, милая. Ты единственная, кто может князю будущему помочь, а стало быть и княжеству Муромскому. Эй, красавчик! Такой отважный воин-змееборец! И вдруг испугался маленького зайчишки. Да уж не ведьма ли ты? А? Небось, приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Эй, ты девка! Я тебя заставлю, если не хочешь по-хорошему. Да кто же он такой? Кто бы он ни был, а наши мечи перед ним бессильны. Князь Павел! Княже, ничего ему не помогает. И никакие снадобья от местных знахарей, вообще ничего. Ты единственная, кто может князю Петру помочь. Но он должен сам сюда приехать. Вы знаете, что надо делать, детки мои? Дабы одолеть тебе змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Тебе нужен Агриков меч. Испугался маленький. Беги! Только милосердному меч в руки ляжет. Рано радуешься, князь.